Всем добрый день. Сейчас я буду готовить ужин. Вот. И хочу вам показать свои большие рождественские покупки. Поэтому, кому интересно... Ой, сейчас вот так, чтобы сковородку вам было видно, что я готовлю. Вот, поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, что я купила. Я чуть-чуть покажу покупок из Чижика, Евроспара и кое-что еще купила в Магните. В принципе, покупок не так-то много, потому что у меня, ну, все есть. Ну, так, что захотелось, а почему нет? На стол поставить. На горячее у меня будет мясо. Я сейчас обязательно вам покажу, что, какое мясо купила. И также купила еще роллы. Вот такие роллы в Евроспаре взяла. Вот такие вот запеченные и вот эти свои любимые тоже с тунцом и с лососем в этот раз были. То с форелью, этот раз тунец, лосось. Вон там, смотрите, столько много начинки. В общем, взяла. Это тоже у меня сейчас будет на закуску. В принципе, такого тоже ничего не будет. К мясу порежу, наверное, помидор парочку. Много не буду. Ну и все. Дальше. Что еще купила? Так, в Чижике купила... Две бутылочки молока, одна уже в холодильнике, это сейчас отнесу. Далее сосиски. В этот раз что-то там пустые полки были, все сосиски разобрали. Вот выбрала венские. Венские еще ни разу не пробовала. Буду пробовать. 189 рублей. И купила клубнику в Чижике. Мне, в принципе, так ничего не надо было. Это я хочу сделать тортик такой очень вкусный. И поэтому купила клубнику мороженую. Не хочу никакое повидло, джемы, варенье. Нет, это не для меня. Пускай будет клубника такая, замороженная. В Магните купила за 260 рублей мои любимые красные, прекрасные, смотрите, фламенко. Взяла здесь практически килограмм. В общем, здесь ровно на 200 рублей. И взяла тоже для тортика вот такой вот, не знаю, крем Нуво, сливочный вкус. Это для крема из фермерского молока, для роллов, чизкейков. Вот как раз то, что мне надо. Такой гастрономический сыр. 189 рублей, большая банка, почти 400 грамм. Здесь 380 грамм. В общем, и в роллы можно использовать. Это я специально за ним ходила в Магнит. Смотрела, в общем, вот по телефону. Там программка вот эта есть. И я смотрела, в каком магазине вот такой можно кулинарный крем, ну, сыр купить для... крема в магазине по акции. В общем, в Магните дешевле всего вышло. Поэтому вот в Магнит ходила чисто за таким кремом. Да, не кремом, а сыром для крема. И помидоры вот там урвала. Остальное все в Чижике и в Евроспаре. Так, в Чижике еще взяла ванильный сахар. Это тоже в крем положу, чтобы немножко ванилькой. А то не знаю, есть у меня ванилин, нету. И взяла свеженький уже лавровый лист. Недорогой, ну тут, в принципе, немного, всего 7 грамм. Но тоже как-то лавровый лист нужен. Дальше, что я взяла? Взяла себе чипсики с лангустом, да. Взяла вот такие вот пироженки. Что-то мне так захотелось. Вот, тоже на стол поставлю. Они как такие небольшие канапешечки. Вот, только пироженки. Написано тарт. Пирожные тарт, сливочные, набор. Не очень дорого стоили. Сейчас уберу в холодильник, а потом на тарелочку. Я думаю, будет очень красиво так смотреться. Далее взяла еще смесь перцев горошком тоже. Это всегда такая необходимая приправа. Взяла соевый соус, потому что у меня здесь, в принципе, ну, не очень много. Не стала брать большую упаковку. Взяла вот такие вот маленькие. Это тоже к роллам. Так, дальше. Взяла соль морскую. Вот, просто обычная, крупная самая морская соль. Без всяких там вкусов, йодов и всего остального. Потому что у меня йодированная есть, а вот обычной морской нету. Взяла еще сахарную пудру. Это тоже вот для тортика, для крема. Потому что, чтобы взбивать крем, нужна сахарная пудра. Взяла вот такую колбаску, сальчичон. Да, она дорогая. 900 рублей килограмм, в общем, на 270 рублей. И это сальчичон, там был разный сальчичон, был еще подороже, этот 899, там был за 999. Но я взяла этот, мне этот понравился больше, он с каким-то розовым перцем. А тот был просто сальчичон, в общем, хочется тоненько тоже порезать. Ну что, знаете, я, как говорится, жертва рекламы. Потому что в рекламе все сальчичон, да?
И взяла мясо. Это вот мясо я вот сейчас как раз буду жарить на такой рождественский ужин. Вот. Так, у меня... Разогрейте духовку. Ой, можно прям так запекать, но я так никогда не запекаю. Я вот сейчас его вот сюда в сковородку и протушу. Я вам уже рассказывала всегда, как я жарю мясо, как я это делаю, поэтому ни для кого не секрет, что я его не жарю прям до такого состояния, прям подошвы, а я его в основном потом добавляю водички и притушиваю. Так, еще на стол взяла армянский лимонад. Взяла полусухое розовое шипучий лимонад. Взяла, сейчас тоже порежу, вот этот вот багет с чесноком. Тоже он очень вкусный. В принципе, с мясом будет хорошо. О, ну и все. Все мои покупки. Так, в спаре я отдала... Ну, вроде все вам рассказала. И про чипсы, и про багет, и про пирожное. Так. Соль 59 рублей. В общем, в спаре я отдала 3900 рублей. 3900 рублей в спаре. 1000 рублей в чижике. У меня там еще целый большой пакет мороженого. И вот 200... Где-то 500 рублей отдала в магните. Вот так. Представляете? Вот такие у нас цены. А, еще заходила... Да, что-то очень дорого. Я, конечно, не ожидала. 3900 рублей. Вот в спаре. Соевый соус по 20... А, по 24. Вот, думала по 29. Так, заходила еще в фикс прайс. Купила свечки, а то у меня подсвечники уже там... Надо их почистить, поставить новые свечи. Купила вот такие вот красивые красные свечи. И купила 3 набора ручек опять себе. Они у меня уходят в лед. Так, больше ничего не купила. Они у меня уходят в лед, летят просто. Поэтому я купила 3 набора ручек своих любимых для раскрашивания полосочек, спиральных раскрасок. В общем, самые классные тоже ручки. Ну, наряду со всеми остальными. Так что вот такие цены. Ну, если честно, хотелось бы ничему не удивляться, но я все равно удивляюсь. Все равно мне удивительно. Да, конечно, вот я когда тот раз покупала такое мясо в брусничном маринаде, не видела, что, оказывается, его можно прям запекать вот в этом пакете. Но я не хочу включать духовку тоже. Так, вот такой кусочек интересный здесь. Оно и так вкусное. Здесь ровно 1 килограмм. А, я вам не сказала по цене на мясо, да? В принципе, хорошие такие здесь кусочки. Это шейка. Я уже брала. В этот раз они такие прям, знаете, ух, какие. Я ее протушу. Она, в принципе, будет очень вкусная. Вон какие стейки, видите? Во. Я уже брала, получается вкусное, хорошее. Ну а что еще? Что еще на стол? Мясо да помидорки. Да вот на закуску роллы. Вот получается, смотрите, полная сковородка мяса. Вот так вот. Вот, в принципе, нормально. Все. И здесь у меня мясо. Так, сейчас я вам скажу. Получилось, это у меня шея свиная. Наверное, самый дорогой, конечно, я же 2 бутылочки взяла. Что у меня так дорого-то? 3 900 там. 2 бутылочки армянского лимонада. 2 бутылочки. И получается шейка свиная в брусничном маринаде 529 рублей килограмм на 574 рубля. В общем, чуть она получается больше 1 килограмма. Ну, прям совсем чуть-чуть. Поэтому сейчас у меня будет такой ужин. Мясо это очень вкусное, я говорю, уже проверенное. Уже брала. Это я сразу выкидываю. Прям не успеваю мусор выносить. Только мусор выношу, опять копится. Выношу, опять копится.
И все, и порежу помидоры. У нас сейчас стали так хорошо брать овощи. Прям даже народу меньше стоит в эти самые... Меньше стоит в мясо, чем ну, в овощах. В овощах прям очень много народу. Все берут овощи. Потому что в кои веки овощи стали дешевле мяса, да? В Евроспаре вот такая еще продается, вот кому не нужен, например, килограмм, кому нужен 1-2 кусочка, у них продается еще на разновес. Ну, вот в этой вот кулинарии. В мясе, в отделе мяса. Там очень много, ну, разнообразной вот такой готовой кулинарии. Есть вообще готовая кулинария, готовая еда, где уже тебе это мясо пожарили даже. А есть вот такое замаринованное. И, в общем, там можно тоже купить, если вам не нужно много. Но там покупать невыгодно. Там, получается, этот килограмм шейки, уже замаринованной в брусничном маринаде, стоит 600 с чем-то рублей. Вот. А вот так вот брать уже упакованное в такой пакет для запекания гораздо выгоднее. Получается на 100 рублей дешевле. Поэтому просто вот из-за выгоды взять, конечно, лучше именно вот упакованное уже. Не, ну если кому, конечно, один кусочек, хотя вот можно взять, так пожарили и всю неделю ешьте. Зато 100 рублей, как говорится, экономия. А экономия, она никогда не повредит. Как мне всегда говорили, денежки любят счет. Рубль копеечку, да? Или как копеечка рубль бережет, или наоборот там. Ай, вот так. Не, ну да, когда нечего беречь. Если беречь нечего, то как бы оно вот так. Ну, поэтому сейчас так скромненько. Скромненький такой будет ужин. Мясо, роллы, помидоры. Вообще, конечно, надо уже... Поднадоели, если честно, помидоры. Надо уже что-нибудь такое. Переходить на что-нибудь такое. Может быть и правда. Сейчас пройдут все праздники. Досяду, как говорится, на гречку с цветной капустой. Мясо не требует посолки. Это очень хорошо. Не надо его ни солить, ни перчить. Ой, пошел. Такой маринад. Вот этот брусники. Как вкусно. Такой брусничный. Я солю помидоры вот этой несоленой солью. Знаете, вот чем вот все же плоха несоленая соль? Есть вероятность пересолить. Потому что как бы соленая соль ты уже рассчитываешь, а когда соль несоленая, всегда кажется, что ее мало. Понимаете? И всегда хочется досолить. Так, и вот этим перчиком сейчас. Поэтому вот так. Ой, вот этот перчик такой вкусный, ароматный. Прям очень хороший. Может быть, кого-то тоже соблазню на мясо. Может быть, кто-то давно тоже не ел мясо. Поэтому говорю, так купить гораздо выгоднее. Во-первых, выгоднее еще что? 500, с чем оно? 520 рублей, да? 529 рублей килограмм. Так. 529 рублей килограмм, но тут ни костей, ни жира лишнего, ни жил, ни кожи, ничего нет. Вот чистые 500 рублей килограмм у вас на сковородке. Так вы, пожалуйста, можете растянуть это хоть на неделю. Ну, понятно, что если там большая, например, семья, то, ну, может, это раза на два, там, а то и на один раз, смотря какая семья, правильно? А так, если, например, семья небольшая, если вас двое, то и мясо очень хорошо. Вот сейчас оно у меня с этой стороны обжарится. Я пока крышкой не закрываю. Потом я переверну его и уже под крышечку. И оно будет у меня томиться. И если вот сейчас сок немножко еще выпитался из мяса. И потом буду уже, если будет сухо, буду подливать водички, чтобы оно у меня тушилось с водичкой. Ну и все. Помидоры, роллы. Что еще надо к армянскому лимонаду и к шипучему полусухому розовому лимонаду? Я думаю,
прекрасные закуски. Поэтому всех с наступающим Рождеством. Вот, я думаю, что, может, многие тоже сядут за стол. Всем огромное спасибо, что смотрите, что комментируете, что ставите лайки, что поддерживаете меня. Кому интересно, подписывайтесь. И всем пока-пока. Пока-пока. Рассказывайте, что, в общем, у вас на Рождество.